Привет, меня зовут Сенькала, и я снимаю видео Questions Time. И это рубрика «Зимняя на улице». Ну что ж, поехали! И первый вопрос задает мне Злата Айс. Твое хобби? На самом деле у меня очень много хобби. Первое — это танцевать. Я обожаю танцевать, и мне это очень нравится. Второе хобби — это петь. Третье хобби — это читать интересные книги. Я думаю, что многие любят читать книги, но немногие любят интересные книги читать. Следующее хобби — люблю писать книги и стихи. Стихи, конечно же, у меня не как у Пушкина. Очень люблю писать разные интересные стихи или же поэмы, пьесы. Ну ладно, не поэмы, не пьесы, а истории о моих подружек или же не моих подружек. И следующий вопрос задает Лизок Хэппи. На что ты снимаешь? Если я снимаю влог, то я снимаю на фотоаппарат и монтирую, собственно, на ноутбуке. А если я снимаю на телефон, как сейчас, то я монтирую на телефоне, но это видео я попробую смонтировать на ноутбуке. Извините заранее, фамилии или же ники произношу неправильно. Этот вопрос задает Макс Имаджин. Ты есть в ВКонтакте? Если есть, то оставь, пожалуйста, ссылочку. У меня нет ВКонтакте. Еще вопрос задает Катюша Лав. Где ты встретила Сабину? Сабину я встретила в Джибаре. Следующий вопрос задает Аня Бобраницкая. У тебя есть родной брат или сестра? У меня есть родной брат. Следующий вопрос тоже задает Аня Вабраницкая. Интересно, на сколько тысяч подписчиков ты сделаешь вам встречу? Ну, во-первых, если у меня будут эти тысячи подписчиков, то, наверное, я сделаю вам встречу где-то тысяч, может, на 15 тысяч. Класс! Спасибо большое за такую невероятную большую поддержку, что вы на меня подписываетесь, лайкаете мои видео и пишите, конечно же, интересные комментарии. На этом все. Ставьте пальчик вверх и пишите интересный коммент, и я вас очень... Всех, всех, всех люблю!